Возможность найти работу по душе. В Кустанае прошла ярмарка вакансий для людей с особыми потребностями. Организовали ее партия «Аманат» и Центр социальной поддержки для лиц с инвалидностью. Какие вакансии сегодня готовы предложить соискателям, выяснила Гульзада Ишуакова. Ярмарка вакансий для лиц с особыми потребностями проходит в центре Тенкогам не в первый раз. Сюда поступают десятки заявлений с просьбой помочь с поиском работы. Для соискателей стараются подобрать подходящую вакансию. Только в прошлом месяце трудоустроили более 20 человек. А сегодня в нашем центре прошла ярмарка вакансий. Организаторы этой встречи вышли партия «Аманат» и отдел занятости социальных программ города Кустаная. Вот. На сегодня пригласили мы 15 человек с инвалидностью, взяли их данные и, соответственно, будем искать им работу. Анатолий Романчук – инвалид второй группы по зрению. Найти работу, говорит, задача не из легких. Ярмарка вакансий – отличная возможность посмотреть, что сегодня предлагают на рынке труда. Я инвалид второй группы по зрению, состою в группе «Мир нашими глазами». Пришел сюда по вопросу вакансии трудоустройства, чтобы найти работу, подработку, так скажем. Да, мне очень понравился представитель, хорошо объяснил. Да, немножко это как бы информация скомкана была, но данные мы свои оставили, и я надеюсь, что пригласят и помогут мне с трудоустройством. Специалисты признаются, помочь трудоустройством удается не сразу. При этом заверяют, что каждая заявка не остается без внимания работодателя. Помимо трудоустройства, в центре оказывают постоянную поддержку лицам с особыми потребностями. Наш центр занимается помощью для лиц с инвалидностью, психологические консультации, юридические, справки из портала социальных услуг, программы ЕГОВ. То есть мы занимаемся заказом гигиенических средств, технических средств реабилитации, ремонт, у нас работает ремонт, мастерская по ремонту инвалидных колясок. С начала года в регионе трудоустроены порядка 275 лиц с инвалидностью. Для них на рабочих местах создаются специальные условия. Гульзада Ишуакова, Олег Сытник, телеканал Кустанай.